Сейчас я хочу прочитать стихотворение. Многие из вас ездили с нами в Абхазию, а многие еще пока не ездили, но еще поедут. Как я уже говорила некоторым нашим друзьям, что мы зимовать будем там, в Абхазии, у наших друзей. И знаете, я вам уже, вы знаете, что там особое есть общество кукумберов, кукумбианцев. Это кукумба, это волшебное место, где живут волшебные люди. И на берегах Мюсесского заповедника есть волшебные камни, в которых можно загадывать желания. И сейчас я по просьбе Лёши, между прочим, Петрова, который к нам приехал с Заполярья. Вот. Мы с Арсеном исполним песню, которая называется «Маршруты». Но перед ней я всегда читаю стихотворение, чтобы вы погрузились в эту атмосферу. По берегу, словно кости, лежали белые палки, витые сухие ветки, обглоданные морем. Горели они ярко, и дым у них был горьким. Как будто табак крепкий, перша, застревал в горле. А возле огня люди готовили свой ужин, и пели они песню, и им хорошо было. Смотрело на них море, смотрели на них звезды. А Бог улыбался тихо, их больше никто не видел. А утром взошло солнце, оно осветило плечи, и головы их, и руки, и стали они светом. И только сухие палки лежали у берега моря и помнили ту песню, которую пели люди. Удивляются боги,